Первую российскую вакцину зарегистрируют в августе, а производство начнут в сентябре. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. На стадии разработки еще более 20 вариантов вакцин. Уже в ближайшем будущем сразу несколько из них начнут применять не только в России, но и в мире. Разрабатывается 26 вариантов вакцин. Уже в ближайшем будущем сразу несколько эффективных вакцин начнут применяться на территории Российской Федерации и будут востребованы в мировом масштабе.